Нежное, необычное название создательница школы Инесса Вербицкая выбрала не случайно. В переводе с итальянского «фиор» означает «цветок». Приятно смотреть на женщину, которая, преображаясь внешне, расцветает духовно. И вот эти вот слова «расцветает» и «красота», вот они как раз отражаются в названии. Вербицкая в профессии далеко не новичок. Окончив институт по специальности дизайнер, она занималась созданием интерьеров и разработкой логотипов для различных фирм. Выступала в роли консультанта в телепередачах. С сыном нас связывает большая работа. Была как-то программа, вот, которая выходила на телевидении, которая называлась «Форум». В этой передаче Инна, она присутствовала как стилист, то есть она давала рекомендации именно по стилю оформления комнаты. Но любовь к моде в одежде и стремление помочь женщинам найти себя, как признается сама Инесса, победили. Она прошла обучение, стала профессиональным имидж-консультантом и разработала для своей школы несколько специальных курсов, презентация которых и прошла на открытии «Фиор», собравшим гостей не только из Крымска, но и Новороссийска и Краснодара. Здесь же присутствовали несколько девушек, над имиджем которых уже поработала Вербицкая. Разницу между «до» и «после» заметили все присутствующие. Но главное, что перемены оценили сами девушки и их близкие. Они признались, что изменения коснулись не только их внешности, но и в лучшую сторону повлияли на жизнь в целом. Девушка расцветает, преображается, она счастлива и несет миру позитив и улыбки. Модные звездные стилисты, раздающие свои советы в телепередачах и на страницах журналов, сходятся в одном. Нужно искать прежде всего то, что идет именно вам, а не слепо копировать модные тренды. На это и нацелена серия программ школы имиджа «Фиор». Я хочу донести до женщин то, что нельзя найти в интернете, в журналах модных, в передачах, потому что они смогут стать увереннее, эффектнее. Я думаю, что это не только для женщин, но и для мужчин необходимо. Сейчас внешний вид, он играет важную роль у каждого человека. И если ты себя неправильно преподашь, тебя неправильно воспримут. В завершении огласили имена победительниц фотоконкурса «Мой весенний образ», который проходил накануне на странице Инессы в соцсетях. Они получили право бесплатно пройти обучающий курс по цвету в одежде, прическе, аксессуарах. Но среди гостей были разыграны призы – подарочные флешки с логотипом школы имиджа «Фиор», которая находится по адресу улица Луначарского, 265, второй этаж.